Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Яна Федорова. Снова получила очередную посылочку с глоксиниями. Здесь у меня должны быть листочки глоксини, примерно сортов 15. Заказывала в интернет-магазине, и вот через 8 дней посылочка пришла. Почему-то как-то так складывается, что все посылки до меня доходят через 8 дней. Хоть и первый класс, но тем не менее, вот столько времени я нашла. Посылочка весит всего 300 грамм. Здесь у нас указан был телефон. По этому телефону должна была прийти смс-ка от Почты России о том, что посылка уже пришла. Однако никакой смс-ки не было. Вот так, на Почту России нельзя надеяться. Так, сейчас я открою все клапаны. Прорезаю. Все, теперь ее легко будет открыть. Так, это у нас наряд заказ. Вот как тут все. И вот листочки. Так, здесь приклеено. Надо отрезать. Ну, на первый вид радует, конечно. Вижу, что первый листочек довольно хорошенький. Вот как. Там земле, что ли, не пойму. Я такое первый раз вижу. Ну, в принципе, нормально. Так, сейчас я все достану. Переложены такой вот пленочкой смягчающей. Так, эти тоже приклеены. Так, они все приклеены к друг другу и еще по бокам. Ну, это хорошо, чтобы они не поломались. Друг с другом вроде бы как склеены. Так, а этот листочек ватки просто, ну, тоже хорошенький, живенький. Вот за 8 дней, в общем-то, нормально листочки доходят. Ну, благодаря тому, конечно, что сейчас осень, уже прохладно, нет такой жары. Когда летом в 30-градусную жару посылка идет, они могут, конечно, привать. А вот сейчас, когда прохладненько, то вот хорошо они дошли. Здесь тоже просто довольно мокрая ватка. Так, благодаря тому, что они все склеены между друг другом, то они не шевелятся, и поэтому они разбились и сохранились. Но здесь листочек маленько уже портится. Ну, ничего, я возьму здесь вот целенькое место и думаю, что разведу этот сорт. Хороший. Ну, здесь староватый немножко листок. Ну, тоже можно взять вот эти фрагменты. Тоже на развод. ЕН Искры Камина. Столько сортов в этом году новых заказала. Больше 100 сортов. Аж уже сбилась даже со счета. И даже забыла уже, какие заказала. Сейчас очень много сортов новинок глоксини на рынке. Хочется все-все-все себе тоже заиметь. Так, ну вот этот что-то пожелтевший. А может быть, это особенность сорта такая, Кристина. Посмотрим потом, как они приживутся. Марионетка. Хорошенький. Так. ЕН Арабские ночи. Прекрасно. Здесь рядок склеенный. Ну, замечательно. Красота. Ничего, за 8 дней. Прекрасно, прекрасно. Так, ну и вот все остальные, в принципе, тоже живенькие, хорошенькие. Нормально все. Ну вот, дорогие мои,
все хорошо дошло, хотя целых 8 дней, но по листочкам видно, что они еще будет дня 2-3 еще выдержали. Так что не волнуйтесь, можете заказывать себе любые цветы по почте, все нормально доходит. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.